В Греции начинается процесс против 45-летнего Георгаса Рупакиаса, сторонника неонацистской партии «Золотая заря». Приверженец праворадикальной партии обвиняется в убийстве левого рэпера Павлоса Фисасу. Певец был зарезан двумя ударами ножа в сердце после того, как поссорился с неонацистами в баре в пригороде Афин. Суд уже решил, что обвиняемый пробудет под стражей вплоть до вынесения приговора, а пока в стране проходят многотысячные демонстрации протеста против неонацистов. Участие в них приняли представители почти всех партий левого спектра. «Мы собрались здесь, в бедном районе, чтобы показать этим фашистам, мы не потерпим их преступлений», — говорит этот член левой партии Сириза. «Неонацисты хотели устроить свои порядки. Они хотели, чтобы социальная помощь раздавалась только этническим грекам. Это ужасно. Это самый настоящий расизм». В четверг похороны левого певца, убитого неонацистами, собрали более 1000 человек. Жители Греции всерьез обеспокоены угрозой насилия, исходящей от неонацистов. Ранее члены «Золотой зари» неоднократно нападали на мигрантов.